Вот такая зимовка в январе 2020 года. Зеленая травка, пчелки сидят в домиках. Это 99-я линия. Сегодня 26 января, воскресенье. Вот сидят у передней стенки. Хорошо сидят. Меда еще есть. Это 99-я новая линия. Такая пчела. Спокойненько сидят. Это я уже открыл нуклеус. Посмотрим. Это 35-я линия. Вот в таком состоянии нуклеусы. Здесь она более активна, потому что крышка вверху сидят, потревожил немного. Ну вы знаете, моя линия — это Golden Buckwheat Беларусь. Золотой бакласт. Я преследую желтый цвет в бакласте. Слава богу, пока все мои линии выдают желтый цвет пчел. Я вел много линий. 366-я. Дайхмана есть в генетике. Там вообще интересная комбинация была. Вот такая пчела. Январь. 26 число. Линия 366 в генетике. Через перегородку. Они сидят глубоко. Спокойно сидят. 366-я в генетике. Там темные пчелы. В этих линиях есть мой трутень 55-й. И он окрасил пчелу в желтый цвет. Но зимовка у этих спокойнее. Я заметил, наблюдаю, они очень плотно сидят. Очень плотно сидят. Вот так 55-я F1. Сидят вверху немножко. Вот так они, 55-я. Раскрыл. Зимуют. Вот такая пчелка. Но это уже сама племенная 55-я. На 5 рамках плотненько сидят. У передней стенки. Это я пленку открыл. Немного поднялись. Пчела зимует. Видно, здесь никакого расплода нет. Они в таком спокойном состоянии. Никаких лепешек, канди здесь не надо. Вы видите, сколько здесь еще есть корма. Они потому что в передней.
Зимуем дальше. Это Бакласт, январь, 2020 год.